Короче, ты вот ты сейчас что-то хочешь сказать сразу же, а? Или сразу тебя за борт тыкать? А, в смысле? А что мне вот говорить? Катюха! Это, даю слово тебе, я вообще молчать буду. Не прикидывайся дурачком, Карась, пожалуйста. Мы выбежали, тебя вдвоем спалили, поэтому у тебя даже никакого алиби нет. Вот и все, голосуем за Карася. Ты за придурков нас не держи, мы видели, как ты в люк шлюпнулся после того, как убил кого-то возле сральников. Вот, я и Катя могут это подтвердить. Карась 100% убийца. Голосуем за Корося. А следующее подозрение у меня на тебя. До побачення. Бежим вот так. У нас получается, я не убийца, Катя не убийца, Мия не убийца, Картошка не убийца. Методом исключения. И в итоге у нас остается в живых еще Пупчина и Ксюха и Стась. И вот сейчас надо проследить и за одним, и за другим, и за третьим. А вот и Пупчина прибежала выполнять вроде как задание. Но я посмотрю, выполнит он его или нет. Подойду пока сюда на рычажок, потыкаю хоть здесь как бы задание. Или тогда давай. Ты на меня не смотри. Прошел, пупок. Да, все, прошел. Осталось проверить Ксюху, и тогда я на 100% уверен, что убийца... Здесь задание есть, вот и я тоже на всякий случай его выполню, чтобы быстрее победить. Опа, вот так, все, и валим вот сюда. Ага. А вот тебя-то я как раз и искал. Ну, в смысле, не тебя, Катя, а вот Ксю. Молодец. Все, решено. Все, пошли, Стасик, пропердасик. Я же почти с первых секунд этой игры сразу понял то, что это Стасик, потому что она себя как-то очень прям подозрительно... Ага! Еще и трупачело валяется на этом же самом месте, где Стасик убила кого-то в предыдущем раунде. Вот ты, Стасик, вот ты так палишься, вот ты бы хотя бы людей в каких-то других местах бы убивала, а? Ну почему ты постоянно на меня гонишь? Это не я. Катя, защити меня, он меня опять обижает. Ты что, разревелась, кобыляка? Это, я всех проверил. Каждый, кто находится в этой комнате, выполнял задание, кроме тебя, Стасик. А чё я-то? Я ничего сказать не могу, я никого не видела, поэтому никого защищать не буду. Мне бы себя это, самой защитить. Ну вот и все, Стасик, пропердасик, до свидания, чао, бомбино, вылетаешь. Поменьше просто пались, ага. Ну вот, а вот и победа. Я же говорил, что все как-то слишком просто у нас по... Так. Карась при мне и при Кате прыгнул в люк. Стасик единственное, кто не выполнил задание в этой комнате. Тогда у меня вопрос, а почему игра-то до сих пор не закончилась, а? Ну так вы на месте-то не стойте, а задание бегите выполнять. Вы видите, что у нас здесь осталось вот 4 примерно задания. Ну ладно, не 4, 8 заданий осталось выполнить. И после этого мы сразу же победили. Только я сейчас кушаю, не чаю, где у меня... так ядрить, так колотить, умные-то какие. Еще и задания выполнить не дадут, еще реакторы эти чинить надо. Чтобы сейчас хотя бы кто-то его починил, а не так, как это было в предыдущем раунде. Пупок. Вдруг, в другую сторону туда, давай, беги! Вот, все, молодцы! Господи, так, а кто у нас получается убийца такой, не могу понять. Все, там, выполняй задание, пошли. Тут еще тогда получается у нас осталось где-то одно задание в лаборатории, вот. Где-то вот здесь получится. Вот здесь задание. Сейчас, подожди, я тыкну вот сюда на эти рычаги. Вроде одно и это же задание, я уже третий раз прохожу. Или как конь получается у нас. Так, ладно, четвертый раз прохожу одно и то же задание. А как Катя была убийцей, если Карась и Стасик? Откуда Катя-то убийца-то взялась?